Значит, ну вот второе предприятие, о котором я хотел бы там рассказать, на котором мы чуть более молодой проект, это корпорация «Симпоанизм». Давайте для начала так же. Доклад будет построен чуть-чуть по-другому. Ну, то есть, если там мы, фактически там я показывал кубики, то здесь я постараюсь показать, чуть разнообразить свое выступление, показать какие-то примеры интерфейсов, что они видят там, как работают там. Понятно, что все не покажешь в рамках доклада, но так или иначе, чтобы, по крайней мере, было интересно, и можно было посмотреть, как у других. Значит, о самом клиенте. Значит, ну, для тех, кто не знает, это крупная металлургическая корпорация, которая является фактически мировым лидером по производству там титана. Значит, в состав корпорации входит два завода, один из которых находится в городе Верхняя Салда, второй находится в городе Березники. Значит, мы внедряли на заводе, который находится в Верхней Салде, и потом, ну, собственно, до Березников пока дело не дошло, ну, и я потом несколько расскажу тут о том, может быть, там, что на это там повлияло. Значит, на заводе в Верхней Салде, там, не знаю сейчас, ну, порядок цифр примерно такой, около 15 тысяч работающих, вот там порядка 35 цехов, и самый большой цех — это порядка 4-5 тысяч человек. Значит, понятно, что основное оборудование там это металлургическое. Значит, есть 4 специализированных ремонтных цеха, там большое количество там подрядчиков, которые являются отчасти там дочерними структурами в СМПО. Ну и в целом где-то порядка 3000 ремонтного персонала. Значит, ну, а теперь давайте там вот поговорим непосредственно о том, что за проект, как он развивался и что в итоге там получили. Здесь как раз все было по классике. В плане того, что инициатором выступил как раз системы, технический директор, который вновь пришел на данную конкретную позицию, был новым человеком, ну, видимо, отчасти как бы, там, и, соответственно, новый взгляд на устоявшиеся процессы. И, конечно же, там первым делом они взялись за выбор системы, ну и, собственно, остановились на нашем решении. Значит, какие основные задачи там были? Это первое, там, ну, это опять же там, паспортизация оборудования, получение когда-то единой базы данных. Дальше это увязка там, процессов ремонта, естественно, там, со снабжением. Дальше это вообще там, надо было понять вообще, что происходит там, с тайгером на предприятии, там, потому что ну, оборудование что-то постоянно отказывало, выходило там, из строя там, и так далее. Ну и, соответственно, там требовалось разработать какие-то определенные инструменты для мониторинга там, результатов работы ремонтной службы. Ну и одна из вещей, которая также как бы, да, там была активно начата, но потом на самом деле как-то вот все стало утихать в связи там, ну, с изменением в руководящем составе в Верхней Салде. Это вот сетевое планирование капитальных ремонтов. То есть оно планировалось, там, используя тот же инструмент и системы, которые есть, это специализированный модуль проектного планирования. Они расписывали этапы, соответственно, там, под соответственно, зависимость работ между собой. Ну, и вот, к сожалению, там, да, ну, вот, перед тем, как вот, подготовить соответственно, доклад, там, разговаривали непосредственно со специалистами, в общем, это как-то там, уходит сейчас на нет, потому что ну, фактически никто не хочет этим заниматься. Значит, сам проект начался в 2011 году, практически в самом его начале. И вот основная фаза работ там, она заняла там, ну, полтора года. После этого уже значит, за полтора года мы обучили там, ну, не менее 500 человек, причем обучали мы конечных пользователей. То есть это был фактически конвейер. Но для того, чтобы этот конвейер создать, как бы был создан сначала там, пилотный проект. Пилотный проект был выбран там, ну, как наиболее лояльный руководитель, это начальник цеха, который сказал, ну ладно, давайте начнем с меня. Значит, и, соответственно, был выбран цех. Значит, сейчас, ну, опять же, сложно оценивать, потому что там есть и другие наши решения, и лицензии у нас там конкурентные, но по количеству там пользователей активных с ролью, соответствующей ролью, как бы, да, ну, не менее 200 пользователей работает там, ну, постоянно в системе. Значит, на текущий момент времени там 150 тысяч объектов ремонта, ну, и, соответственно, 800 тысяч работ. Это вот там самые актуальные цифры, специально уточняли их перед докладом. Значит, как все начиналось? Значит, первый — это, опять же, началось все стандартно, когда там два момента. Это первое — это работа над бизнес-процессами и параллельная работа над паспортизацией оборудования.
Дело в том, что наработки у предприятия уже какие-то вот, в части паспортизации уже были, и поэтому сам этот процесс фактически заключался в том, что мы эти данные там перегружали из той системы, которая там была, ну и дальше уже с использованием там непосредственно цеховых специалистов приводили в порядок, упорядочивали, там, дополняли необходимыми данными. Значит, и ну, вот этот вот процесс по пилотному проекту, он занял фактически там, ну, три месяца, ну, после чего система была уже запущена там, на пилотном проекте, фактически в опытно-промышленную эксплуатацию. Значит, ну и дальше, ну, где-то порядка, там, наверное, там, 2-3 месяцев потребовалось для того, чтобы понять, что да, в общем-то, предприятие готово, ему это интересно, они готовы продолжать дальше. Соответственно, был разработан график тиражирования там, решения и, соответственно, там, график обучения пользователя. Дело в том, что, опять же, для работы, там, полноценной работы системы, конечно, нужно, чтобы в цехах были соответствующие компьютеры, обученные пользователи там, и так далее. Ну и, естественно, опять же, мы столкнулись с тем, что далеко не все цеха там были подключены, далеко не во всех цехах были оборудованы рабочие места, ну и пользователи обладали элементарной компьютерной грамотностью. И, конечно же, там был построен график, в рамках которого подключали цеха, организовали там рабочие места, организовали там утром человек, условно говоря, там шел на обучение компьютерной грамотности, а там после обеда шел там на обучение Global. Вот. Ну и вот в целом там обучение там заняло, в общем-то, достаточно длительный период времени. Вот. Но вот уже спустя там, 8 месяцев с начала проекта там непосредственно началось тиражирование там, системы там, на все там, предприятия, на все цеха предприятия в соответствии с графиком. Значит, тиражирование заняло там, где-то там, да, почти полгода. Значит, ну и после этого там уже там, предприятие было, основная фаза работы была завершена, и предприятие было передано уже в рамках поддержки, где они находятся и по сей день. Значит, также мы предприятию предоставили весь необходимый инструментарий для того, чтобы они могли, поскольку предприятие обладает там, фактически у них информационно-учительный центр называется даже цехом. Ну вот, то есть есть специалисты, которые там умеют работать, прошли соответствующее обучение, и там часть этой работы выполняют там самостоятельно, часть согласовывают с нами, инструментарий это позволяет. При этом, собственно, сама платформа позволяет и совмещать там некие проектные наработки и получать централизованное обновление центра, потому что мы, собственно, развиваем сам программный продукт, ну и о некоторых новых вещах, которые мы готовы предложить нашим клиентам, я расскажу чуть позже. Значит, ну здесь вот все то же самое, только чуть-чуть в другом ракурсе. Ну, вот здесь вот некая как бы, вот функциональная схема там понятна, что есть первое, там есть некое оборудование, которое было создано. Дальше есть справочная информация, которая, как правило, там это чертежи, документы, это там спецификация, это нормативы проведения там, непосредственно работ. Дальше есть работа, есть мониторинг состояния, там, и, соответственно, в этой части мы понимаем это. Это осмотры, там, регистрация каких-то дефектов, отказов, соответственно, их классификация и планирование работ по их устранению. Ну и также мониторинг в части вот, фиксации значения каких-то определенных контрольных параметров, по крайней мере, в части вот, там, определенных вещей, там, этот функционал он действительно используется там, предприятием. Дальше, соответственно, есть модуль планирования, точно так же расчета регламентных работ, планирование работ нерегламентных там, по отказам или по состоянию. Дальше есть блок там, подготовки работ, назначения ответственных. И, соответственно, который уже непосредственно выписывает на ряд заданий, которые интегрированы со складом. Склад там тоже наш, но по первости мы интегрировались непосредственно с той системой складской, которая была на предприятии. И, в общем-то, наверное, не было ни одного проекта у нас по внедрению системы ТАИР, в которой не было бы сделана какая-то интеграция. В частности, допустим, данные по персоналу, там, по должностям, по тарифным ставкам и так далее, они берутся там из модуля управления персоналом, который у них, кстати, тоже самостоятельно. Написан был своими собственными силами. Ну и, соответственно, есть отчеты. Ну и вот также вот был блок, там, который есть, но в котором работа как-то, в котором сходит на нет в силу отсутствия идейных людей. Это там, планирование там, сложных работ, работ по капитальному ремонту с использованием сетевого инструмента. Здесь, на самом деле, несколько мутновато видно, но, тем не менее, там, я бы хотел вот каждому вот из этих кубиков сейчас, то есть вот несколько представить некий там пример наглядно, чтобы было понятно, как это выглядит. Значит, давайте посмотрим первое. Там, ну, вот реестр оборудования. То есть фактически, на самом деле здесь
сложно что-либо разглядеть, давайте я тогда попробую прокомментировать. Даже мне сложно что-то разглядеть. Значит, вот это вот фактически слева, там, это структура всех объектов ремонта. Справа это, ну, те объекты ремонта, которые входят в данные элементы структуры. То есть здесь находится непосредственно, там, если мы говорим о ВИСПе, там, печи, там, да, какие-то, ну, все технологическое оборудование. То есть понятно, здесь технологическое оборудование, там, метрологическое оборудование, энергетическое оборудование, там, и так далее. Значит, также есть, ну, на каждый, соответственно, объект идет, ну, то, что мы называем там, электронным паспортом, либо карточка данного конкретного объекта, у которого есть раздел, там, ну, щелкая, на который можно получить всю исчерпывающую информацию об этом объекте. Там. Ну, в частности, я сейчас покажу некоторые разделы. Первый раздел — это раздел характеристики. Значит, характеристики там по большинству объектов занесены, а по большому счету они никаким образом не влияют на работу системы там, и нигде, в общем-то, не используются. Больше носят некий такой справочный характер, то есть тогда, когда кому-то надо что-то там найти, он, соответственно, знает, где это можно сделать. Следующий раздел — это также для сложного, там, сложного большого оборудования, естественно, были расписаны там узлы, ну, фактически спецификация. Дальше к некоторым из этих узлов были прикреплены чертежи, также были расписаны определенные детали. Собственно, для чего это все было нужно? Ну, во-первых, для, опять же, удобства получения информации, во-вторых, отсюда же можно непосредственно осуществлять заказ, то есть оформление заказа на изготовление какой-то определенной там детали, либо на ее приобретение, если это стандартное покупное изделие. Дальше, соответствующий раздел с дефектами. Значит, что касается дефектов, то есть здесь, к сожалению, там сейчас я попробую вам прочесть. То есть на самом деле по дефектам есть первое, это информация о том, ну, естественно, где, там на каком объекте с уточненной информацией. Второе, это более уточненное описание, которое уже там вводит там следующий там сотрудник, который там, допустим, первое там может быть, ну, просто на основании телефонного звонка видно в систему, потом пошел, соответственно, кто-то там более подробно посмотрел, ввел более уточненное описание. Дальше, соответственно, обязательно потом потребуется указать причину возникновения этого дефекта, при этом указать текстом и выбрать некую какую-то типовую причину справочника. Эти справочники не все были разработаны. Ну и, соответственно, также еще и характер повреждений. А дальше у нас для этого есть соответствующие кубы, настроенные в системе. Ну, фактически есть там полноценная там BI-система, которая позволяет там использовать, ну, вот, привычные там, да, инструменты сводных таблиц, осуществлять там многомерный анализ этой информации, ну, черпая оттуда какую-то аналитику и делать соответствующие выводы. Дальше. По поводу мониторинга. Здесь на самом деле должна была быть анимация, но поскольку анимация не поддерживается, я так скажу. Значит, вот непосредственно здесь там эта печь, здесь фактически там зафиксируются, прикладываются непосредственно там результаты, ну, здесь как-нибудь тепловизионное, термографическое там обследование там, непосредственно там печи там, и так далее. То есть прикладывается как непосредственно сам документ, всегда знают опять, где это можно найти, и фактически используется как централизованное место хранения соответствующих документов. Дальше. Ну, нормативы. Нормативы, они понятны здесь. Планируют виды работ, соответственно, периодичность их выполнения. И также в том случае, если там на предприятии задана типовая карта, а на многие работы они точно так же, ну, на некие небольшие работы, да, там были разработаны стандартные работы, были разработаны типовые карты, собственно, они задаются здесь и потом используются точно так же для там планирования потребностей материалов в основных частях и в ресурсах. Значит, график ПП, ну, в общем-то, там рассчитан, ну, выглядит он привычно в том виде, в котором его обычно все привыкли получать там на бумаге. То есть это оборудование, там колонки, месяца, здесь, соответственно, вид работы, трудоемкость там на выполнение данной конкретной работы. Соответственно, графики все там, ну, для графика сделаны соответствующие печатные формы, графики рассчитываются также непосредственно там цеховыми специалистами. Дальше. Также цеховые специалисты осуществляют планирование работ на некий уже там более такой, как бы, да, период, это как раз там месяц, неделя. Для этого есть специальный там специализированный интерфейс, здесь, к сожалению, там, случайно подпись не та. Значит, это как раз интерфейс оперативного планирования работы, когда слева мы видим с вами там непосредственно там структуру, в данном случае участок там горячий, там прокатки. Значит, здесь мы видим перечень тех работ, соответственно, видим здесь календарные даты там этих работ, выделенные выходные. Там продолжительные работы выделяются здесь там соответствующим образом. И также здесь визуально видно те работы, которые там
просрочены к выполнению, те работы, которые уже выполнены, выполненные работы, они просто здесь подсвечиваются там обычным просто надписью, просроченные работы подсвечиваются красным, те работы, которые предстоит сделать в будущем, которые еще там не начаты, они подсвечиваются зеленым, а желтым подсвечиваются те работы, которые находятся там в стадии фактического выполнения, то есть по которым уже выдано непосредственно ряд заданий, но не осуществлена там непосредственно приемка работ. Значит, дальше. Соответственно, непосредственно дальше уже там, мастер из там, выдает здесь соответствующий период, допустим, там, день-два, видит уже перечень работ, которые не сделаны, и отсюда может сформировать наряды непосредственно там, бригадам для выполнения там, этих работ, наряд заданий. Само наряд задания выглядит следующим образом. Ну, здесь, вот, опять же, есть основные закладки, это реквизиты, перечень операций, соответственно, данные, связанные с учетом рабочего времени, с затратами на выполнение этой работы, соответственно, там материал. Значит, по операционной затрат, по операционной трудоемкости, как бы, да, там, выполнение там, ВСМПО ВИСМА не ведет, но ведет ее тот же там, никаким, ведет ее там, в полном объеме для каждой операции. Там, соответственно, если есть там, ну, норма, там, они ставят ее, а в данном случае здесь в целом ведется там учет времени, сколько какой конкретный человек отработал на данной конкретной работе на соответствующей закладке. Есть плановая дата начала работы времени и, соответственно, фактическое время начала и окончания работы. Здесь, соответственно, перечень операций, которые выполнялись. При этом, если для работы создана типовая карта, то, соответственно, перечень этих операций автоматически переносится сюда, и они отмечают те операции, которые выполнили. Если что-то выполнили сверх этого, то, соответственно, фиксируют это там. Потом это используется в соответствующих KPI, о которых я там вот поговорю там чуть позже. Ну, соответственно, там также здесь используется, ну, фиксируется перечень материалов, которые были использованы в рамках конкретной работы. Значит, ну и также, конечно, в паспорте, электронном паспорте оборудования, помимо там всех прочих разделов, есть основной раздел, связанный с работами, где можно посмотреть всю историю, ну, историю выполнения работ, кто выполнял, когда выполнял, что выполнял, какие запасные части, материалы были израсходованы, осуществляется там анализ работ, осуществляется именно на предмет того, что они выполнялись там в срок, не в срок, там просроченные работы и так далее. Соответственно, оформлять так переносы этих работ и так далее. Значит, ну и та часть, о которой как раз я хотел там поговорить, это, в общем-то, они пришли к пониманию того, что есть, ну, необходимо ввести некий инструмент, который позволит повысить, по крайней мере, качество там выполнения работ. Ну и, условно говоря, мы назвали его там чек-лист. Значит, для этого, ну, этот функционал там реализован в системе, и мы планируем его в ближайшее время попытаться там запустить на определенном там виде оборудования там для определенных там печей. Ну, в частности, что он из себя представляет? Первое. Задается некий шаблон контроля качества, для которого выводится список того, что, в принципе, должно быть проверено. И для каждой из этой позиции можно задать диапазон оценки. От уровня там «да», «нет» до там «поставьте оценку». То есть это вот делается однократно, это называется там шаблон. Дальше. Как только там непосредственно работа, ну, завершается, значит, соответственно, там автоматически создается карта контроля качества, ну, и, соответственно, выдается задание там. Его можно, во-первых, распечатать для того, чтобы поставить там, но мы предлагаем им более продвинутую часть. Это, значит, у нас эта часть сейчас реализована в мобильном приложении, о котором я хотел говорить чуть позже. То есть фактически мы предлагаем то, что подойдет непосредственно там проверяющий и тут же откроет этот чек-лист там на смартфоне либо планшете и, соответственно, непосредственно там занесет эти результаты там непосредственно в базу. Ну, вот, и, ну, надо использовать соответствующие современные технологии. Ну и, соответственно, дальше, также там можно в карте контроля качества, в том случае, если были замечания, зафиксировать дату, согласовать дату их устранения. Всеобщий перечень всех замечаний с датами, как бы, он доступен в виде там самостоятельного отчета, там можно проверять, как бы, устранены они вовремя, они устранены. И, соответственно, также можно отсюда же и создавать там непосредственно там наряды на устранение этих замечаний. Значит, по поводу KPI аналитики. Значит, ну, в общем-то, я уже сказал, сейчас чуть-чуть еще повторюсь, что, в общем, Global встроены некие там инструменты Business Intelligence, то есть инструмент анализа, который позволяет, и для многих вещей настроены многомерные кубы, которые позволяют анализировать эти вещи. Значит, это
там, анализ эффектов и отказов в различных измерениях, там, по цехам, по позициям, по технологическим системам, по видам оборудования, там, по периодам, там, по причинам возникновения там, и так далее. Дальше, соответственно, выводить эту информацию в виде графика. Точно такие же кубы настроены для там, многомерного анализа там, затрат там, в различных разрезах и так далее, видов по работам, по трудоемкости и так далее. Значит, ну и там, я здесь не стал приводить графики, потому что думаю, что вы так примерно там, понимаете, как в принципе они должны выглядеть и как они могут выглядеть. Но я здесь там единственное, что скажу о тех, ну, тех вот, фактически аналитики, той KPI, которую там, вот, у нас там, мы предлагаем клиентам. Первое, соотношение планов и неплановых работ там, по времени, соответственно, в качестве разрывов используются ТК, службы, виды оборудования, производства там, и так далее. Дальше, доля плановых, там, внеплановых работ в общем объеме работ. То есть, как это получается, я уже вам там, говорил. В том случае, если есть типовая карта, то в таком случае это все становится, там, ну, это становится сделать легко и просто. Дальше, доля плановых работ в общем объеме работ, доля внеплановых операций, там, в, опять же, в плановых работах, там, количество там, и доля просроченных плановых работ, количество там, и доля отказов, там, опять же, по различным разрезам. Новосимпловизм организован полностью там, специализированное рабочее место для анализа там, простоев, которое, собственно, необходимо для того, чтобы можно было посчитать коэффициент готовности оборудования. Дальше. Есть такие отчеты, которые, вот, на которые мы рекомендуем обращать внимание. Это вот там топ-100 оборудования, допустим, которое отсортировано сверху вниз, которое имеет там максимум там, внеплановых ремонтов и дефектов. То есть это оборудование, с которым ну, непосредственно надо там, принимать какие-то правительские решения, надо с ним непосредственно работать. Ну и, соответственно, кубы для многомерного анализа. Ну и самое простое, конечно, это план-факт анализ выполнения графиков работ ПП. Значит, что хотелось бы сказать о том, что на самом деле вот, сложно отследить вообще, пользуются там этим или не пользуются. Бывает же как, инструмент есть, а зайдут тогда, когда там, ну, вдруг там захочется там и так далее. Но, ну и для того, чтобы популяризировать как бы, эти инструменты, мы разработали соответствующий сервис, который вот как раз планируем сейчас вот предлагать нашим клиентам. Это фактически отправка отчетов там по расписанию. То есть нет ничего удобнее, когда там, вам приходит какой-то PDF, в котором там тут те отчеты, которые вас интересуют. То есть вам не надо заходить в систему, вводить какой-то логин, пароль, как бы там не надо там ждать, допустим, да, там, ну, какого-то времени построения этого отчета, потом щелкать там и так далее, потом запускать какой-то другой отчет. Понятно, что для этого есть панель руководителя, но все равно. Но гораздо лучше, когда тебе отчет придет уже в сгруппированном, отформатированном виде, как бы там непосредственно там, на формате PDF. И вот эту вещь мы предлагаем клиентам. Ну и последнее. Это, соответственно, двигаясь ногу со временем, конечно же, мы разработали мобильное приложение. Ну вот, и, на наш взгляд, это действительно там, оправдано вот, применение как бы, подобных инструментов для непосредственно работы. Фактически оно позволяет, допустим, оформить ту же заявку или дефект на выполнение там, каких-то работ, при этом приложив фотографию, там, получить какую-то информацию, получить задание. Ну и вот, в частности, одно из применений, которое вот, мы предлагаем там, той же Тависме, это оценка качества работы по чек-листам с использованием мобильного приложения. Ну, в общем-то, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Может быть, был вопрос? Коллеги? А вот вы сказали, что 200 рабочих мест внедрения, да? Да. Примерно. В деньгах? В принципе, там, ну, смотрите, я, наверное, на обеде ответить. Да, да. Давайте, да, я это, ну, правда, там, это все-таки, ну, информация о предприятии, я вам просто подойду сейчас на образом отвечу. Там, ну, вполне, как бы, да, там, ну, в этом мы стоим гораздо, ну, при очень большом богатом функционале мы стоим гораздо ниже западных систем. Ну, глобал, но я показывал в предыдущих там докладах, выкладывается вот это вот в рамки, так сказать, около 15 тысяч рублей за рабочее место. Так, да, ну, вот здесь вот сидит, допустим, один из представителей, там, вот, заказчик, который объявлял глобал на другом предприятии, там, вы можете подойти, спросить у него, он вам ответит, как вот, сколько вот там телекам Бумпром, который ну, вот, внедрил глобал, сколько он потратил на это денег. Ну, и также есть еще, тут два даже сидит человек. Все заказчики. Да, и Виктор Алексеевич тоже там, да, Саватеев может рассказать о том, сколько там, да, они потратили на глобал. Ну, в принципе, да, это, конечно, является, ну, специфика.
таким количеством лицензий, там, то теми работами, которые предстоит сделать, там, и так далее. Ну, что-то, если хотите, да, можем с вами пообщаться там более часто, я вам расскажу более подробно. Спасибо за внимание. Ну, там у нас принято еще интернет отличает, многомерный анализ, то есть представляет обычно. Значит, что из себя представляет? Значит, смотрите, там, когда процесс работы с дефектами организован то следующим образом. Первое. Значит, работу по закрытию дефекта, то есть по его устранению, нельзя закрыть без того, чтобы там не указать некие дополнительные аналитические признаки. Куда там это вот, фактически там, характер повреждений, там, причина возникновения дефекта там, и так далее. И ну, подобного рода некий там, управленческий инструмент, но он заставляет людей там, думать, вводить там, эту информацию дальше. Поскольку у нас теперь ну, есть некий там, вот этих пул дефектов с этой вот, дополнительной аналитикой, соответственно, мы можем теперь ну, осуществлять анализ. Да? А сколько у нас, допустим, на однотипном оборудовании, там, поскольку оборудование все классифицировано, мы можем узнать о том, сколько у нас, допустим, однотипного оборудования или какой-то определенной модели, когда там, но чаще всего выходит из строя. Соответственно, нужно сделать отсюда какие-то определенные управленческие выводы. А многомерный анализ — это, ну, фактически мы перетаскиваем, как работают со сводными таблицами, у нас есть набор измерений, мы перетаскиваем нужные измерения в столбец, там нужные измерения в колонку. К сожалению, не могу вам показать это, не имея компьютера, да? Соответственно, у нас получаются итоги. Итоги мы можем с вами упорядочить, как бы, да, там, по, допустим, убыванию и обратить внимание на то, где там наиболее, там, ну, большие цифры. И дальше уже, как бы, там, ну, погрузиться дальше, там, расшифровать эти данные, ну, и, соответственно, уже дальше на основе этого принять какие-то определенные управленческие решения. Первое, либо там откровенно косячат, второе, либо там занимаются какими-то, я не знаю, там, приписками там, часов, либо там нужно изменять ремонтный цикл, либо, в принципе, нужно изменять и приобретать другое оборудование. То есть, ну, тут уже возможны варианты. Спасибо большое. Да, спасибо за внимание.